Так, всем доброго дня. Пришла еще одна небольшая посылочка с той стороны китайской стены. Ну, как говорится, начнем распаковывать. Пришла достаточно быстро. Где у нас тут? Много всякого разного. Уплотните. Вот и все. Так, здесь мы видим обычный проводок USB. А здесь, собственно, то, из-за чего все это и распаковывалось. Так, вот такой фонарик. Немножко поломалось. Так, видим один фонарик, фотосклей. И большой фонарик. О, еще и мигать можем. Не знаю, как у вас на камере, но мигает красно-синим. Ну, вообще-то здесь должно быть еще FM-радио. Но FM-радио что-то не хочет. Ну да ладно, не хочет, так не хочет. Так, инструкции никакой нету, поэтому разбираться будем дальше методом научного тыка.
Ну, а как говорится, ссылочка на этот продукт вы можете посмотреть под видео. Ну, собственно, и все.